Здесь еще будет этот дурацкий потайной ход. Точнее, не потайной ход даже, а просто отсек, который, блин, просто чтобы забрать, блин, вот сюда спрыгивать. Долго и скучно. Хотя в первом Dark Souls гораздо все хуже было, мне кажется, в этом плане. Чтобы забрать некоторые кольца. Ой, чем, как много чего нужно было делать. Вот по поводу этой адаптивности, адаптибилити, я вот, честно вам скажу, я не могу понять. Я, сколько я ее не качал, я не чувствую разницы. Все везде говорят ее, да-да-да, надо качать. Кто-нибудь мне объясните, пожалуйста, зачем? В идеале, я смотрел, я читал статьи, якобы это позволяет вам больше там перекатываться через атаки, быстрее происходит анимация использования фласк и всего другого. Не знаю, чтобы заметить какой-то реальный эффект, нужна адаптивность эту иметь где-то от 20. То есть это, ну блин, у меня сейчас сколько? У меня сейчас 4, то есть это 16 уровней вот для того, чтобы чуть-чуть быстрее пить фласки. Я этого не понимаю. То есть я обращал внимание, на многих гайдах рекомендуют хотя бы там 12, там 15 сделать. Согласен, может быть. Как бы, но выше как-то в смысле не вижу. Ну вот айфреймы, согласен, но блин, сколько надо это айфреймов? То есть сколько нужно адаптивилити, чтобы хоть немножко увеличить инвисибилити фреймс? Ну вот, пожалуйста, вот Макс Старк подтверждает мои слова и мои наблюдения, что вроде как и прокачал, и вроде как все хорошо, но разницы все равно не чувствуешь, а поинты вкачаны в другое, что менее полезно, грубо говоря. Так. А, вот оно, смотрите, вон видите, такие рамочки. Наверное, вот об этом и говорилось. Что по-другому можно найти. Так, ладно. Давайте сходим в Маджулу. И посмотрим, что мы можем купить. Кстати, что мы там заполучили? Чудо. Надо посмотреть. Ага. Силовая волна все-таки как projectile. 20 веры нужно. Угу. Серьезно. Так. Угу. Так делаем. И как-то так. Спасибо. Заценю табличку попозже. Так. Делаем вот это. Больше нету. И это не надо. Ну, так, окей. А, блин, а что я теперь пойду? Проклятие, ладно. Все равно пойдем сходим к Лиси, или как ее там зовут правильно. Посмотрим, что она нам может предложить. Это понятно. Так, лечение. Ага, среднее лечение. Это не помешает. Слова мощного лечения. Но тут всего один юз. Восстановление, сияние жизни. Восстановление.
Копье молнии, 3 использования, 22 веры. Да, понерфили, конечно, сильно в свое время клириков. Понятненько, ладненько. Так, ну, среднее лечение можно было бы купить. У него 2 использования, и хилит оно гораздо лучше. Нам нужно 3000 на него. То есть это примерно 1500. Ну, давайте используем. Разумеется, я понимаю, что пока что я все равно не могу его использовать. Но на будущее пригодится. Пускай лучше сейчас уже будет в инвентаре, чтобы как только прокачаю веру до 20, можно было бы сразу все резко использовать. Так. Ну что, я думаю, мы сейчас сделаем следующим образом. Я сейчас дойду до места Персуера. Во-первых, сейчас заберу кольцо все-таки. Конечно, не знаю, буду ли я его хоть когда-либо вообще использовать, но лучше пускай уж оно будет, чем если его не будет вообще. И, наверное, на сегодня закончим на этом. Что-то немножко уже подустал. Текс. Фига себе, ты быстро бегаешь, чувак. Я был уверен, они все еще там сидят. Еще один полуторный меч. Кольцо восстановления. Ну и тут у нас нам ловить пока что нечего. Такс. Ну ладно. Возвращаемся назад. Получается сюда, сюда. Нет, вот сюда. Ау, вау, блин, нифига не весело. Нифига не весело. Дай, бич. Да чтоб тебя. Да вы прикалываетесь, блин. Так, пора идти спать. Определенно. Понятно. Не, все-таки серьезно, что это у меня за дебаф такой висит? Как вообще тут этого не будет написано? Тут, в принципе, тоже. Не понимаю, это что, от кольца от какого-то или что? Когда я вообще успел напялить кольцо защиты жизни, скажите мне, пожалуйста. И что, вместо вот этого, что ли, его напялил? Бывает, бывает. Давайте чисто ради прикола попробуем еще раз нарисовать белый мелок, мало ли, может, тут призовет. А сами пойдем сюда. Торопиться не будем. Орлы нас ждут, так же, как и во «Властелине колец». Всегда, везде, все в этих фильмах решают орлы. Причем в фильмах. В книгах как-то не особо. Ай, ладно. Никто не зовет. Значит, сами пойдем.
Текс. Да. Фантазия у людей работает. Определенно. Понятно, понятно. Типа... Ау! Ну, конечно. То есть, типа, я по тебе попасть не могу. Но ты по мне дубасишь как хочешь. Справедливо. Ну, чё, собачки, устроим фейерверк? Куль! Иди сюда, дружочек. Фига себе, он толстый. Что-то я как-то забыл, насколько они толстые бывают. Текс. Здесь мы были. Здесь мы все сделали. Здесь у нас Лукатиль сидит. Должна сидеть. Ну да. I thought that might be you. The longer a writ, what could have... Где она сейчас снимет масочку. Our land of... There is a life with two. I was raised. Life was bad, and then I... Have you heard of the... An unfind... One... Давай уже. Снимай масочку. I'm sorry. I suppose... Вообще не снимает, подожди. Странно. Я что, где-то с ней еще не поговорил, что ли? Ладненько. Сейчас, секундочку. Так, идем дальше. Пом-пом-пом. Пом-пом-пом. Угу. Понятно. Такс. Вообще что-то я как-то... Далековато пошел, не планировал вообще все это проходить. Сейчас, может быть, все-таки прерываться уже придется. Что-то как-то я уже реально устал. Ладно, сейчас попробуем открыть Макдафа. Блин, сейчас, кажется, рванет по бочке, зараза. Или нет? Ну, пробуем. Даже не знаю, может, и получится.
даже кинуть-то нечего. Это я не знаю, рванет или нет. Кажись, нет. Ладно. Тогда делаем по-другому. Сейчас попробуем ее пододвинуть. Сейчас будет небольшой Аллах-Акбар ко всему тому же. Не пододвинем уже. Ну ладно, сейчас проверим. Получилось, вы подумайте. Cool. Так. Делаем вот так. Делаем вот так. И делаем вот так. Сколок титанита. Мастер-молот, мерцающий титанит. И что-то тут еще есть. Тяжелый болт не особо надо. Хотя потом пригодится. И железная стрела. Ну, в принципе, он сейчас все равно ничего не будет нам делать и давать. Так что так. Так что так. Такс. В прошлый раз я не помнил, что мне надо делать. Абсолютно. В принципе, мы открыли Макдафа. И я думаю, что мы сейчас сделаем следующее. Мы сейчас пойдем с другой стороны. Мы сейчас пойдем вот отсюда. Такс, погнали. Что нам поделать? Сейчас с рыцарем Хейда сразу сразимся. Сходу. Я только не знаю, будем ли мы забирать всякие кольца и все вот эти вот дела. Как-то не знаю, насколько это нужно. Времени потратится на это много, а эффекта особо... Хотя там помимо кольца, конечно, что-то еще будет. Ну ладно. Проснись! Проснись, красавица! Ау, ау, понятно. Не понял? Что за нахрен? Что за нахрен? А как же бэкстабы? Отличное начало. Слушайте, по-моему, он только что свалился там, нет? Прикольненько. Начало супер, как положено. Сразу, кстати, скажу, народ, что я сегодня очень ненадолго. Я думаю, буквально там, может, на час, может, чуть-чуть побольше. Так, ладно, мы с тобой не закончили еще, дружище. О, ну слава богу, хоть в этот раз бэкстап получился. Как-то так. Окей, теперь... Нам надо бы для начала забрать, наверное, осколок фляги с Эстусом. И что-то тут еще есть, я уже не помню. Помимо собачек. Давай, путь сюда.
Даже на 4 удара мне уже хватает стамины. И это всегда хорошо. Так. А, вон там что-то падает, а не тут. Что-то перепутал. Привет, привет, Дим Хук. Нет, только что начал, буквально 5 минут назад. Привет, Михатал. Так, куда нам дальше? Куда же нам дальше? Так. Тут у нас ты, дружочек. Тут у нас ничего. Слушайте, я ничего не забыл. По-моему, там... Или мне кажется. Тик-ки. Душа. Еще собачка. Блин! Долбаные камни. Ладно. Так, как нам правильнее все это сделать-то? Наверное, сначала вот тут открыть. Ничего, никто не идет? Понятно. Давай, 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 давай. Привет, Даркхе. Это все взяли. Пойдем разберемся теперь вон с теми ребятками. Тут я на своем горьком опыте узнал, что, оказывается, надо быть очень осторожным и не убить их, пока они не слезли с этой... Вау! С этой клетки, потому что тогда они просто вот этот вот лут, этот весь сет, он остается там, и вы его никак уже взять не сможете. Что достаточно печально для каких-нибудь коллекционеров, которые хотят забрать абсолютно все в игре. Хотя, по идее, если просто их резнуть, может быть и упадет снова этот сет, фиг знает. Хотя вряд ли. Сложно сказать. Так. Ладно, идем сюда. Блин, эти фантомы иногда все время с толку сбивают. Думаю, откуда тут еще один противник? Ать, блин, не успел. Так, слушайте, а у меня нету Феррес Локстоуна. Ёлки-палки. Буду ли я проходить всю игру стримами, не факт. Очень даже не факт, потому что это сейчас у меня время выдалось. В дальнейшем я даже не знаю, когда я смогу в следующий раз это сделать. Поэтому я просто посчитал, что пока возможность есть, надо использовать. Блин, где достать Феррес Локстоун? Купить у Мелентии можно сейчас один. Блин, жаль, что забыл про него, а. Что тут лежит-то хоть? По-моему, что-то полезное лежит. Кажется, кольцо, что ли, какое-то. Ой, блин. Ладно. В
прибежим сюда фастраном. Здесь у нас... Ага, понятно. Так, ну, в принципе, тогда что можно сделать? Можно пойти и сесть к Макдафу. Можно и просто косточкой вернуться, в принципе. Тут разницы особо нету. Да, жаль. Ладно. Привет, Хруст. Привет-привет. Так-с. Ладненько. Здесь у нас... А, нет, подумайте, что-то пропустил. О, понятно. Я и забыл, что двое, фак! Queen Butterfly. Ну, не супер важная вещь. Слушайте, подождите, а почему у меня, во-первых, игра опять на английском? Что за хрень? Как так? Я только сейчас это заметил. Фу! Да. Ладно. Сейчас в любом случае пойдем садиться за бонфайр. Сейчас тогда я быстренько это исправлю. Так, тут я все взял. Да. Поэтому идем сюда. А что, двери нужно было с другой стороны? А, нет, все окей. Я уже подумал, блин, идиот. Клирик на силу и на бафы. То есть поменьше чудес, побольше полагаемся на оружие. Билд примерно такой.